Привет, дорогие друзья, гости, подписчики канала. У нас сегодня дома творческий вечер. Вечер художеств. И вот, посмотрите, моя дочь начинает уже рисовать вместе с мамой. Мама рисует у нас по номерам. Если помните, в прошлых видео я рассказывал о картине из Китая. Мы заказали вот такую вот крутую картину. Мы ее постепенно дорисовываем. Уже очертания есть там, Венеции. Просто супер. Вот такой вот мольберт я сделал своими руками, с подручных средств. Ничего сложного в этом нет. Чертежи, все это есть. В предыдущем видео есть подробная инструкция, как это сделать. А вот еще один мольбертик, который я сделал для своей дочки, потому что она все время хотела рисовать на мамином мольберте. Поэтому я сделал ей немножко уменьшенный, процентов на 30, мольберт. Но точно такой же функциональный. Такие мольберты стоят бешеных денег в магазинах, в интернете. А вы можете сами его сделать. Вот так он выглядит. Вот видите, да? То есть все то же самое, как и на мамином мольберте. Здесь все регулируется по высоте. Можно хоть метровую картину зафиксировать. Вообще не проблема. Вот так это все выглядит. Здесь у нас вот такие вот отверстия специальные. Под водичку, да, Веронюська? Да. Чтобы было очень удобно. Да. Чертежи на этот мольбертик тоже могу скинуть, если кому интересно. Себестоимость этого мольберта обошлась где-то в районе 200 с копейками гривен. Мы смотрели в интернете, заходили, такой стоит в районе 600-700 гривен. Да, Веронюська? Да. Вот так. Рисуем. Вот такая вот Пикассо наша. Даже кот в шоке. Да, Баксик? Вот такой вот крутой мольберт мы сделали для нашей дочки. И теперь самое важное. Для чего это все было сделано? Если по правде говоря, сделано это было для того, чтобы отвлечь немножко моих любимых. Жену и дочку. И я теперь могу спокойно пойти поиграть на компьютере. Видите, какой хитрый папка. Да. Так что, если вам это видео оказалось полезно и интересно, если вам понравились мольберты, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Макс. Веронюшка, скажи всем пока-пока. Пока-пока. Витя, она занят. До новых встреч.